В Южно-Сахалинске завершают строительство первой очереди нефтегазового индустриального парка. Главная цель – создания крупного научно-промышленного объекта – обслуживание островных шельфовых проектов. На стройплощадке накануне побывал губернатор Валерий Лимаренко. В марте в трех корпусах запустят подачу тепла. Это позволит приступить к отделочным работам. Резиденты, арендующие помещения, смогут до конца мая завершить ремонт и заняться своей работой. Кроме предприятий, здесь расположатся лаборатории и учебный центр. Вот этот корпус мы хотели бы посвятить научно-образовательной работе. И сейчас вместе с ректором обсуждали возможность, чтобы здесь студенты проходили лабораторные и практические занятия. Напомню, ранее обслуживали трубопроводы и гидравлическое оборудование на Сахалине иностранные компании. Возводить технопарк начали в 2022 году. Предприятия нефтегазовой отрасли прошлым летом приступили к строительству его второй очереди.